Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала под названием «Зеркало лжи». В основе сюжета детский логопед Дина. У нее счастливая и размеренная жизнь, дочь Оля и любимый мужчина Сергей, с которым она давно собирается законить отношения. С лучшими подругами Нелли, Яной и Анной Дина познакомилась еще на первом курсе педагогического училища, и с тех пор они неразлучны. Все меняется, когда при странных обстоятельствах погибает Яна, а ее муж обвиняет в преступлении Дину. И теперь героиня вместе с Нелли и их новым знакомым, следователем Евгением, должна разобраться в этом запутанном деле, чтобы доказать свою невиновность. Вот только искать убийцу подруги Дине предстоит втайне от любимого мужчины. Главные роли в картине исполнили Мария Куликова, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Иван Житков, Александр Ратников и другие. Премьера сериала «Зеркало лжи» запланирована на осень 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.